Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Обзор блокчейн-проекта ArtCoin. Темой моего сегодняшнего обзора станет весьма необычный проект, построенный на технологии блочных цепей. В последнее время появляется очень много стартапов, которые привносят в повседневную жизнь технологию блокчейн, смарт-контрактов, искусственного интеллекта и криптовалют. Также многие из существующих компаний проводят токенизацию уже работающих централизованных проектов. Благодаря этому многие сферы жизни, такие как торговля товарами и активами, логистика, производство контента, реклама, улучшаются при помощи криптографии блокчейна и становятся более надежными, защищенными, прозрачными и анонимными. И команда стартапа ArtCoin решила не оставаться в стороне и привнести современные технологии в сферу торговли произведениями искусства. Звучит довольно необычно, правда? Проблемы и решения от ArtCoin. Торговля произведениями искусства является очень древней отраслью и к тому же весьма прибыльной. По оценкам экспертов, суммарный оборот этой индустрии в 2017 году составил 64 миллиарда долларов США, и этот показатель был на 12% выше, нежели в 2016 году. Это говорит о том, что сфера продажи и покупки произведений искусства не теряет актуальности, а даже наоборот становится все более популярной в наши дни. Но проблема заключается в том, что с древнейших времен в этой области обитает большое количество мошенников. И это не мудрено, ведь подделав известную картину или другой арт-объект, потратив всего пару тысяч долларов, можно продать его за несколько сотен тысяч, что является довольно неплохой бизнес-моделью. Ведь обычный человек и даже опытный коллекционер искусства не может отличить оригинал от подделки. Для этих целей необходимо нанимать специальных экспертов, которые берут за свои услуги весьма большие деньги. Но все может измениться благодаря применению современных технологий, а именно технологий блочных цепей или, проще говоря, блокчейна. Команда проекта ArtCoin планирует создать единую базу произведений искусства, построенных на блокчейне, в которой будет содержаться информация о всех арт-объектах, владельцы которых захотят присоединиться к этой программе. Каждое произведение искусства, неважно какое, картина, изысканная ваза, скульптура или, например, произведение архитектуры, будет маркироваться особым кодом, который будет подтверждать ее подлинность. Этот код будет не просто штрих или QR-кодом, прикрепленным к арт-объекту. Он будет получаться в ходе сканирования отдельно взятого произведения искусства и будет содержать его уникальный цифровой отпечаток. Поэтому подделать сам код объекта будет невозможно. А вот как раз-таки блокчейн обеспечит надежное хранение этих самых кодов. Ведь блокчейн, представляющий собой глобальную защищенную криптографию и распределенную базу данных, является идеальным хранилищем информации. Каждый блок в нем зашифрован и подписан цифровой криптоподписью, а копии этой информации хранятся на нескольких тысячах компьютерах. Надежность этой технологии уже проверена временем. Ведь биткоин, главная криптовалюта, построенная на блокчейне, так и не смогли взломать ни разу за 10 лет, хотя соблазн всегда был велик. Это дает подлинную уверенность в том, что информация о подлинниках произведений искусства, записанная в блокчейне проекта ArtCoin, будет также надежно защищена. К тому же для своих целей команда будет использовать не собственный блокчейн, который ввиду узкой направленности проекта мог бы быть уязвим для атаки, а блокчейн эфириума, которые обслуживают тысячи майнеров, что надежно защищает его от взлома. Помимо идентификации произведений искусства, ArtCoin позволит также осуществлять сделки по купле и продаже на основе криптовалют. В данный момент ArtCoin находится в процессе разработки и проводит первичное размещение своих монет. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать технические документации проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками.